Затяжной поворот, подъем и спуск, угроза выхода на трассу животных. На дорожную безопасность влияет множество факторов. Сотрудники батальона патрульной полиции ДПСКО сняли видеоролик для социальных сетей, в котором рассказали об аварийно-опасных участках автодороги Астана-Петропавловск. От Мазара до Орлаваша повышаем внимание. То есть очень сложный участок дороги. Тут у нас имеется затяжной поворот. Идти на обгон фур очень опасно. Кроме того, здесь находится пастбище. Есть вероятность, что домашний скот выйдет на дорогу. В этом году между селами Астраханка и Орлагаш произошло 4 аварии. В них пострадали 11 человек. Дальше на трассе есть подъемы и спуски, пешеходные переходы, места возможного появления животных и участки, где статистически много аварий. Это самая оживленная трасса на территории области. Сегодня мы используем новый формат информирования населения. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с пресс-службой областного департамента полиции снимают ролик для социальных сетей. В нем инспектора службы расскажут о наиболее сложных и опасных участках автодороги. Надеемся, этот ролик будет полезен водителям при поездках по области. С начала года на автодорогах республиканского значения в регионе произошло 26 ДТП, в которых 5 человек погибли, 62 получили ранения. Агирим Хамзина при содействии пресс-службы областного департамента полиции.